Далее поговорим об успехах белгородцев. В Сочи продолжается 34-й международный фестиваль КВН «Кивин-2023». Первый тур завершился. Все команды уже выступили, в их числе 7 из нашего региона. Сейчас юмористы работают с редакторами, готовятся ко второму этапу состязаний. Он начнется завтра. Наш корреспондент Светлана Гмыря вернулась из курортной столицы и готова поделиться подборкой ярких моментов. Представлять область будут ваши любимые команды. Пока ничего, но что-нибудь придумать можно. Делаем шоу, мы ждали квирочек. Девчонки реально были готовы на все, чтобы поехать в Сочи. Ребята здесь не только играют, для них придумано множество интерактивностей. Юмористические шоу, интеллектуальные игры, чемпионаты по киберспорту, обучающие форумы для руководителей и многое другое. Обо всем этом подробнее в специальном репортаже. Он выйдет в понедельник. В этот же день, 23 января, судьи выберут 25 достойных команд, которые получат путевку в высшую лигу клуба «Веселых и находчивых». Там в любом случае будет выступать сборная Белгородской области «Близкие», как победитель Кубка мэра Москвы. А среди игроков, которые не вышли в финал, сформируют состав официальной центральной лиги. Будем болеть за другие и за наши команды. Как говорят КВНщики, ни пуха, ни пера.